Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Я никогда не подведу. Так, ладно. Никто не может противостоять мне. Хищник готов. Мы готовы к испытаниям. Врача! Хищник готов к бою! Используем 23-е настроение. Атакуем согласно приказу. Так, стоп, а что это нас... Встал в строй! Что это нас тут атаковало? Непонятная какая-то хрень. Хищник готов к бою! Ну ладно. Смерть доставлена. Хищник ждет приказа. Ой, я же забыл. Объявляем атаку. Что я должен сделать? Под славу империи. Выдвигаемся. Так атаковать. Объявляем атаку. Сквозь карту, когда находится за пределами. То есть вот в эту часть я кликнуть не могу, например. Конечно, печально. Хищник, так, я приказа. Вижу то, что здесь, в принципе, никого и ничего нету, и могу, наверное, спокойно направить. Будет там, исполнено. На сегодня враг познает смысл приказа. Слова страх. Используем. Давайте попробуем уничтожить все это быстренько. Нас не остановить. Боюсь, что в этом портале сейчас призывается техника. Вот она. Зараза, не успел я. Атакуем, а, хотя она. Приказу. А вырубилась довольно быстро и легко. Поэтому. Поэтому все хорошо. Так, да, ребят, вы захватываете. Хищник, не стойте, как говорится. Что вы стоите? Так. Стоп, я же на троечку. Смерть доставлена. Хищник готов к бою. А, ну вот, все правильно. Атакуем согласно приказу. Уничтожаем. В атаку. Уничтожаем. Хищник ждет приказа. Великолепно, отряды проходят. Вот только-только умер первый юнит. Используем 23-е построение. В атаку! Хищник готов к бою! У нас танк приехал. Используем 23-е построение. Плотная под противника. Все великолепно. Так, а вот здесь у нас, кстати... Одна из трех, ага. Ага! Моя вера! Не знаю, какой-нибудь отряд, Леон, давайте. Славе! Захватим во имя императора! Давайте-ка, захватите-ка. Хищник ждет приказа! Хищник готов к бою! Охраняем объект! В атаку! Вперед к славе! Ну, здесь все разрушено. Приказ принят! Вперед к славе! Ну, сюда вот наступаем. Чё, у нас особого выбора-то нет. А вот. Добавляем. Эльдары укрепили мост и перекрыли его. Для того, чтобы захватить мост, мы должны удерживать стратегическую позицию рядом с ним в течение 2 минут. Этого хватит нашим техникам, чтобы захватить управление мостом и открыть ворота. Ага. Вот мост, и мы должны его удерживать. Довольно проблематично на самом деле. Кстати, я тут только что заметил то, что все наши веселые боковые места захвачены, видимо, вот этими ребятками. Откуда они там взялись, я не понимаю, но надо это сейчас будет танком выяснить. Простое задание. Выдвигаемся. Приближаюсь к цели. Задание выполнено. Мы захватили стратегическую позицию возле моста. Сможет. Необходимо продержаться 2 минуты. Так, удерживает мост в течение 2 минут. Всего лишь. Скажете вы, но на самом деле это довольно сложно. Это все относительно. Так. Я здесь для того, чтобы служить. Теперь для орбитального десанта можно использовать штурм терминаторов. Вы можете заказать их в кельях казах. Для орбитального десанта вы можете использовать терминаторов. Они могут быть заказаны в кельях казармах.
Теперь вы можете построить центр орбитальной связи. Он даст нам мобильность, которая приведет к победе. Мы захватили все три реликтовые точки. Реликтовые точки помогут нам вызвать лучших бойцов Императора. В центре орбитальной связи можно вызвать взвод терминаторов. Используйте их с умом. В битве им практически нет равных. Это да. Нам требуется удерживать эту точку в течение еще одной минуты. Оставайтесь на чеку, братья. Да вообще стою, меня что-то никто не атакует, честно говоря, видимо, из-за того, что я все это дело зачистил. Мы попали под плотный огонь противника. А, вот они атакуют. Не, ну все равно, знаете, вот, то есть вот эта вот армия космодесантников, она очень даже мощная. Ее можно, конечно, разбить, но... Вера наш щит. Вряд ли это у них получится. Хищник готов к бою! Так. Что мне здесь надо? Я хочу... Хищник встал в строй! Ага, недостаточно энергии. Требуется 500 единиц. А. Да, о великолепный. Как можно быстрее. Мы избраны императором. Ну ты же видите, в чем проблема. Я не смогу теперь... Хищник готов к бою! Построить. Мы установили контроль над мостом. Ворота сейчас будут открыты. Вот в чем разница. Может быть телепортируем в любую видно. Ага. Все подготовлено. Скоростью. В общем, штурм терминатора, они более жесткие, по идее. Хищник готов к бою! Да, видите, то есть на меня откуда-то наступает противник, откуда силу моего гнева. Честно говоря, понять не могу. Хищник готов к бою! А, то есть где-то сзади, где-то вот здесь вот есть. Противник. Используем 23-е построение. Перегруппироваться. Что же вы, дегенераты, творите? Да, вы лезете в самое пекло. Да, мой командир. Приказ понят, брат. Нет, я этот отряд спасу. Хотя... Приказ принят. Хищник ждет приказа. Там здесь тоже весело. Простое задание. Хищник готов к бою. Атакуем согласно приказу. Продолжаем атаку. Да, хищник готов к бою. Хищник ждет приказа. Так, берем под контроль. Хищник ждет приказа! И вас тоже берем под контроль. Враги Империи будут уничтожены! Хищник ждет приказа! Рача говорит. Ай-яй-яй-яй-яй. Хищник готов к бою! Сломали таки мне, сволочи, танк. Лучше бы они мне не танк сломали, а пехоту бы убили. Хищник ждет приказа! Выдвигаемся! Ну да бейте, там осталось. Объявляем атаку! Хищник ждет приказа! Все, надо же. Бойтесь нашего гнева! Отлично. Приказ понят, брат. Хищник ждет приказа! Ладно, мы потеряем, походу, здесь несколько танков, но меня это не особо пугает, на самом деле. Атакуем противника! Я мог бы, конечно, контролить, но... Ну, вы знаете, мне это лень. Атаку! Хищник готов к бою! Потому что я это почти никогда не делаю. Хищник готов к бою! Используем 23-е построение. Наступающий такой танк, он берет весь урон на себя, а все остальные же в этот момент его сзади прикрывают и уничтожают. Нас не остановить! Все. Используем 23-е построение. Хищник ждет приказа! Атакуем противника! Атакуем согласно приказу. Такой своеобразный немножко
неудобный скроллинг юнитов. Прекрасное место для форпоста. По славу империи! Вот, но здесь тоже такой тонкий намек, да, то есть, что дальше будет опа, ребята, приготовьтесь, сделайте форпост, чтобы вам не пришлось вести войска очень далеко. Ну, зная меня, вы понимаете, что я сейчас буду стараться наламываться этой армии, уже ничего к ней не добавляя вообще. А вот, что я могу здесь сделать? Да как бы, собственно, и ничего больше. Ну, тут только вот эти улучшения-то заказать. Здесь мне... Мы попали под плотный огонь противника. Ну, пусть будет. Пусть будет. Денег много, денег хватает. Хищник ждет приказа! Не жалко. Враги империи будут тут уничтожены. Приготовиться к атаке. Так, группируемся на центре. Приготовиться к атаке. Враги империи будут уничтожены. Ну, я думаю, вы сами видите, да, то есть армия идет как-то немножко непонятным образом. Объявляем атаку. Кривовато. Используем 23-е ведет, и в этом плане туповато немножко. Можно заметить, что все отлично. Вот танк вообще забив на все просто и хищник ждет приказа. Куда хочет. В атаку! Враги империи будут уничтожены. Используем 23-е построение. Просто давим противника на данный момент. Я уже потерял два танка. Видимо, сейчас из-за ИИ второго, точнее уже третьего танка я потеряю сейчас еще и третий. Хищник готов к бою! Враги империи будут уничтожены. Вот, потихоньку мы это дело все равно задавим. Под славу империи! Перемещайтесь, не стойте! Какие тормоза-то, а? Вот, пехоту они не атакуют почти. Пехота в более-менее нормальном состоянии. Я потерял все танки, кроме одного сейчас. Я его тоже потерял. А вот, я как бы знал, что так будет, поэтому для меня это небольшая потеря. Нас не остановить! Используем 23-е построение. Атакуем так. Вот так мои танки сделали все, что могли. Далее дело идет с пехотой. А вот, тем более пехота более послушная. Взвод разбит. Сообщается, что взвод разбит, но на самом деле со взводом все нас в порядке. Не остановить. Мы задавливаем противника. Выдвигаемся. Вера защитит меня. Но, к сожалению, я опять же не знаю, сколько у меня, да, то есть по времени прошло. Потому что я сам не засекаю, а... Стойтесь нашего гнева. Часы мне. Лень ставить, я ленивая жопа, об этом вы уже тоже все знаете. Так что... Я не буду повторяться. Оба-на. Какая-то фигня тут по нам. Шмаляет. Вера защитит меня. Под славу империи! Видимо, это вот эти гадины. Будьте осторожны, братья. Враг близко. Очистить! Изгнать! Уничтожить! Сегодня враг познает. Я в целом, все нормально. В целом. Точки сбора. Сойдет. Продвигаемся, да, то есть особо отряда не теряем. Еретик! Берегись! Перегруппировываемся. Да, есть там какие-то маленькие не проблемы. Будет мира до тех пор, пока враги императора отравляют воздух своим дыханием. Наконец-то начал терять другой отряд. Два. Используем 23-е. Сегодня враг познает смысл слова страх. Оружие к бою готово. Берегись! Но в целом, они мне уже ничего не сделают. То есть,
Ну, я не знаю, что там должно сейчас выйти, чтобы меня сегодня сломать, убить. Познает смысл слова страх. Уничтожить. Очистить! Изгнать! Вот, мне надо избавиться вот от этих ребят, еще там. Оружие к бою готово! Чужак, мутант. Мог бы, конечно, этого не делать, но это появление войск вот здесь. Атакуем противника! Мешать просто. Братья, враг близко. Отступить и перегруппироваться. Более там их почти добили. Славу империи! Так, вот эти опаснее брать. Сегодня враг так, и познает смысл слова страх. Отлично. И добиваем. Так. Приказ боевой дух взвода установлен. Все здесь нормально, смотрите, как все хорошо. Вперед! Хвала императору! Очистить! Чужак! Изгнать! Уничтожить! Берись! Так, здесь просьба больше. Приготовиться к атаке! Приготовиться к атаке! Воистину! Давайте. Еще один прекрасный день в истории ребят. Империи. Будьте бдительны, братья! Приказ принят! Есть! Меня немножко иногда все-таки напрягает, как действует ИИ. То есть, если, например, в том же старике я беру и компоную юнитов рядом, то здесь они ходят как отряды. Это, конечно, более логично, то есть, да, для каждого из места, там, и так далее. Но... учитывая все-таки, что это игра, это немножко напрягает. Будьте осторожны, братья. Ну, прям совсем чуть-чуть. Близко. Очистить! Изграть! Уничтожить! Приготовиться к атаке! Атакуем противника! На самом деле я все жду, пока одного из моих юнитов убьют. Не будет мира до тех пор, пока враги императора отравляют воздух своим дыханием. Очень хочу построить вот эту фигню. Процесс строительства. Я жду вашего приказа. Ресурсы просто элементарно не меряны. Тот, кто воюет со мной плечом к плечу, мой брат. Приказ принят. В атаку! Чужак. Мутант, еретик, берегись! Сейчас я немножко, видите, не проконтролировал, и часть из моих юнитов просто перестреляли. Сегодня враг познает смысл слова страх. Ну, в целом, как я уже говорил, то есть меня это все равно не остановит, и большинство я убью. Вперед! Твоя вера защитит меня. Потому что, в принципе, да, то есть я теперь могу клепать фактически бесконечно своих юнитов. Не бойтесь, Санька. Так, давайте все-таки я убью два отряда. Не знаю, сильно ли это повлияет. Оружие к бою готово. Так сказать. Да, мой командир. Все мои действия. Страх повергает веру. Просто пошлю на смерть два отряда и убьют. Открытый разум — это крепость с открытыми остальные вратами. Остальные отойдут сюда. Мне показалось, что я услышал нотки неуверенности в вашем приказе. Врача! Безделье плодит ель! Выдвигаемся! Даже сделаем не атаковать. По идее, не... разрушать, держать оборону, удерживать, атаковать, не стрелять. Вот, все. Чтобы их точно убили. Для чего я это делаю? Вот здесь вот есть довольно хорошая штука, да, то есть мы можем штурм терминаторов изготовить. Ну, как видите, у нас предел войск. Я жду вашего приказа. Пока у нас будет предел войск, изготовить новых юнитов мы не сможем. Как только предел спадет, а он уже спал, кстати, мы сможем изготовить. Нет, он не спал еще. Только одного могу, да? Четыре. Да, ага. Боевой дух взвода восстановлен. Сбить и перегруппироваться. Сейчас посмотрим. Все, да. Вот я могу со спокойной душой клепать этих веселых ребят, которые реально очень мощные. Есть лишь разные степени вины. Очень-очень. Сейчас я вам это продемонстрирую. Мне очень нравится, как они появляются. В некотором случае лично.
Так, дредноут поддержки, просто дредноут. Тут, по идее, я их тоже можно... Да, я могу десантировать взвод. Отлично. Супер. Великолепно. Терминаторы готовы. Вот, смотрите, орбитный десант, он выглядит... Примерно... Пойдет. Десантирование. Вот. Десантировали, ребят. И смотрите, что сейчас будет. Их не коснулась благодать. Их благодать не коснулась. Просто смотрите, насколько они быстро уничтожают, да, там они тоже умирают довольно быстро, по сути. Но насколько быстро они уничтожают тех или иных юнитов. На мой взгляд, ладно, не будем их с вами, скажем так, портить. Мы найдем врага. Не бойтесь, Цайкера. А вот, я тем временем здесь я заметил, что я потерял немножко свою армию. Из-за того, что не следил за ними. Но зато, смотрите-ка. Что мы можем делать? Мы берем и орбиталочку. Раз. Смотрите, кто сейчас к нам попадет сюда. Я вновь готов служить. Вот такой вот дружочек к нам упал. Я долго ждал этого дня. Я пробудился. Я думаю, вы все его, ребят, помните. Я служу даже в смерти. Если надо ее на 5 записать, чтобы... Control, например, 7, я не знаю даже. Опа, еще одна. Я вновь готов служить. Ну, а? Чужак. Вот так. Я служу даже в смерти. Троечка. Лучше умереть за императора, чем жить ради себя. Лучше умереть за императора, чем жить ради себя. И нападаем. Теперь еще уже полностью уничтожая всех врагов. Лучше умереть за императора, чем жить ради себя. Я пробудился. Вера вечна. Наконец-то война. Вера вечна. Лучше умереть за императора, чем жить ради себя. Моя рука не дрогнет. Моя рука не дрогнет. По моему слову, в атаку! В общем, все это дело проходит очень быстро и красочно, и весело. И... Хвала императору! Могу нарадоваться. Будьте осторожны, братья! Классно. Враг близко! Вера вечна! Добьем здесь отряд. Этих малышей. Вера вечна! Будем полностью покупать. Хотя я смотрю, без что я поведу это. База довольно большая, но без даже сюда сходить. Давайте поведем войска. Служу человечеству. Служу человечеству. Служба ему объединяет нас. Вера и долг. Моя рука не дрогнет. Вот так, наверное, оно будет. Я лишь орудие его воли. Вот, отлично. Я вновь готов служить. Просто, вы видите, да, то есть... атаку. Что здесь атака происходит довольно быстро, легко, просто... Совершается. Но если вот это вот я сейчас не уничтожу, ко мне потом пил может что-нибудь хорошее зайти. Я не подведу. Вот, в принципе, вот эти генераторы уничтожать уже не обязательно. Сейчас главное просто напасть, быстро уничтожить и все. Генераторы это побочные. Его можно даже уничтожать. Я не подведу. Вот. Этих войск, в принципе, по идее, должно хватить, кстати. Следуйте за мной. Без страха. Надо было все-таки разделить технику. Вперед! И пехоту. Космодесант. Мы попали под плотный огонь противника. Давайте-ка так. Что же еще? Я не подведу.
Следуйте за мной. Космодесант, вперед! Понял. Моя рука не дрогнет. Так, нам тут делают больно. Моя Давайте рука не дрогнет. Мы сделаем. Не менее больно. Вот разгромлен. Я увидел вас. Так вот, ну, кстати, моим ребятам вот этим достается довольно мило. Но благо я могу вот сразу сбросить вперед. Еще плюс один. Терминаторы готовы. Терминаторы готовы, ну, услышали, да? То есть вот где-то здесь подготовились еще одни терминаторы. Я же их несколько заказал. Взвод терминаторов. Тяжелая пехота, очень мощная. Так. Штурм терминатора. Я могу, например, взять и сюда их. Там они уж сами разберутся. Мира вечна! За императора! Космодесант вперед! Вот, на самом деле мне нужно просто довести вот сюда вот атаку. К вот этому мечу. Это артефакт. Выглядит он довольно специфически. Все будет. Миссия закончена на этом. Давайте, собственно, это и сделаем. Во славу Ордена! Все, захватите монумент. С вами был, как всегда, Дезертир. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока! Видишь его? Он практически твой. Ты ощущаешь его мощь, не так ли? Все еще уверен, что сможешь обратить его силу против меня? Что ж, на твоем пути осталось единственное препятствие. Это видящее. Убей меня. Обрати мое тело в тлен и развей мое имя по ветру. Но выслушай. То, что находится здесь, должно быть уничтожено. Это ключ к изменению нас всех. Мы можем быть врагами, но у нас есть и общий, гораздо более ужасный противник. Не слушай ее, Габриэль. Мы должны уничтожить эту чужую. Она знает многое. Многое, что и нам стоит узнать. Все, чему она может нас научить, это ложь. Не верь ей, Габриэль. Ключ? Нет! Да будь ты проклят! Кто это был, чужая? Что он украл? Ключ! Последний кусочек кровавой мозаики! Ключ к чему? К нашему полному изменению! Прекрати говорить загадками! Он украл ключ от иной стороны этого мира. Ключ к тому злу, что прячется в тенях. Что делает этот ключ? Отвечай! Ты не знаешь? Видимо, Инквизитор предпочитает держать тебя в неведении. Спроси его, он знает ответ. Как смеешь ты столь непочтительно отзываться о верном слуге императора? Он знает все с тех пор, как прибыл. Вернее, он никуда и не уходил. Не думал ли ты, что это странно, как быстро он прибыл на планету, опередив варп-шторм? Или тот факт, что я его уже знаю? Человек, ты стал участником событий, которые выше твоего понимания. Но мы можем помочь друг другу. И совместно преградить хаосу путь к успеху. Ты хорошо сражалась, чужая. И пока мы нужны друг другу, я не опасаюсь предательства с твоей стороны. Ты достаточно привлекла мое внимание и... Стойте! Не знаю, к лучшему это или к худшему, но отныне мы с ним связаны. Твои враги заняли центральный сектор Данаана. Они там долго не задержатся. Эльдары слишком слабы, чтобы атаковать их. Теперь все зависит от тебя.